В общем, подключил два конденсатора в разрыв. Это вот катушка. Так вот. С середины и с краю. Все, и пошли на розетку. Два конденсатора по 50 микрофарад. В разрыв на розеточку. Там подключил обогреватель 10 киловатт. Или сколько там, 2? Это советский, не знаю. Там 2 плитки, чайники, фен. Включаем. Работает так же, как и без конденсаторов. Только катушку чуть поприжмешь, звук получше идет. То есть нагрев. Прижимаю, когда. Так, у меня тут два диода вот таких мощных. Но через них не получается. Все глухо. У брата взял. В общем, они не катят. Не хочет диоды тут. Возможно, это послабже. Что заметил, интересно. Вот катушка. Сейчас я соединю два проводочка здесь. Кладу сюда и просто замкну. Все гаснет. Оп. Искры выдает. Вот так тоже соединяешь, все гаснет. Не знаю, как тут еще можно пока какие эти разрывы сделать.